Отдыхать, конечно, здесь, ну просто шикардос. Проживание в этом райском месте в санатории Дюльбер стоит. Просто пройти здесь, понаслаждаться пальмами. Сентябрь месяц, люди загорают, отдыхают. Всем привет, друзья! Всем привет! Наше путешествие по Крыму продолжается, и сегодня мы вас привезли в Карииз. Находимся мы на территории санатория Дюльбер. Вход сюда для того, чтобы погулять по этому парку, посмотреть здание санатория, платный. Взрослый билет стоит 300 рублей. С экскурсией, по-моему, 400 или 450, да? 400. 400 рублей с экскурсией. Погуляем, посмотрим парк, покажем санаторий и опустимся на пляж. Ну что, погнали! Южный берег Крыма славится своей чистейшей природой. Здесь волшебные, замечательные запахи различной хвои, деревьев, цветов. И, конечно, наше ласковое Черное море. Самое интересное, что деревья, которые высажены здесь, есть возле деревьев таблички. Тис ягодный. Дальше еще что-то. Ага. Кипарис вечно зеленый, пирамидальный, вот он. То есть, ребята, очень много деревьев, как и рассказал, зелено, воздух прекрасный. И мы вместе с вами подходим к самому старому корпусу этого санатория. Выглядит он просто великолепно, в восточном стиле. Ну, заглядение. Я считаю, всем нужно сюда приехать, погулять, посмотреть и не пожалеть эти 300 рубасов, чтобы насладиться всем этим. Дюльбер был построен в 1897 году для князя Петра Николаевича Романова. И выполнен он в мавританском стиле. Архитектор сам знаменитый Краснов. Посмотрите, какое сногсшибательное, красивейшее здание. Ну, это просто заглядение. И, кстати, Дюльбер в переводе обозначает красивый, прекрасный. Он действительно прекрасный. Но это... не здание, это замок, восточный замок. Просто загляденье. Петр Николаевич Романов очень любил Восток. Посмотрите, как же красиво выполнено это здание. Ой, это просто прелесть. Белые стены, голубое обрамление, резные окна и, конечно, зелень. Пальмы высокие. Как же здесь красиво. Вы только посмотрите на эту дверь. Она деревянная, резная. Вау! А ручки какие! Класс! А эта ручка натертая. Давайте немножко заглянем вовнутрь. Боже, как же здесь красиво! Вау! И это санаторий. Сейчас действующий санаторий. Отдыхать, конечно, здесь, ну просто шикардос. Также здесь расположен прекрасный, замечательный парк с тихими, уютными аллейками. И сейчас мы по ним идем, тенистые зоны. Воздух здесь, как я говорила, ну просто волшебный, дышать не надышаться. Мы подошли к корпусу номер 2. Посмотрите, он также построен в восточном стиле, мавританском. Но... он построен уже в советские времена, в 1938 году. Он полностью повторяет архитектуру главного здания. Посмотрите, также оформлено белое здание, синее, я не знаю, как это называется, обрамление, назовем так. Подскажите, кто знает. Но тоже действительно очень красивый. И сверху вензель, 1838 год. Вау! Балкончик тоже классненький. Вау, вау, вау. Скорее всего, это жилой корпус.
Здесь даже растет банан. Банан, как я говорила когда-то, это не дерево. Это трава. Посмотрите, какой он же здесь огромный. Просто большой. Но бананов нет. Бананов нет. Или сорвали, или они не выпустили цветы. Но на южном берегу он не созревает. Проживание в этом райском месте, в санатории Дюльбер, стоит от 5 до 12 тысяч. Это питание, лечение и проживание, естественно. В чем разница, я не спросил, но, насколько я понимаю, это класс номеров от стандарта до люкса. А сейчас мы вместе с вами уже направляемся к морю. Вниз по парку идем и выходим на пляж санатория Дюльбер. По пути к морю есть видовые площадочки с лавочками, где можно посидеть, насладиться видами моря, послушать шум волны, шум прибоя, подышать прекрасным воздухом. Вот эти воздух хвои смешан с морским воздухом. И отсюда, со смотровых видовых площадочек, открывается вид на пляж и море. Осталось идти совсем немножко. Потерпите, друзья, и мы вам покажем море. Находясь в этом прекрасном, великолепном месте, всем тем, кто смотрит наше видео и любит Крым за его природу, красоту, море, я хочу порекомендовать прекрасный информационно-развлекательный канал. Это даже не канал, это целый паблик, называется Крым Онлайн. Ссылочка будет в описании. Там вы можете найти всю информацию о достопримечательностях, о море, о том, что происходит в Крыму на данный момент, о всех новостях политики крымской, что руководство, какие решения принимает. Короче, ребята, подписывайтесь обязательно, переходите по ссылочке, смотрите. Я уверен, вам очень и очень понравится. Крым Онлайн. Информационный портал, где вы сможете найти любую интересующую вас информацию. Актуальные сводки новостей. База всех достопримечательностей Крыма. В разделе «Активный отдых» вы сможете найти свыше 400 вариантов досуга в Крыму. Выбирайте по рейтингу место для остановки в Крыму – отели, санатории, пансионаты, гостиницы. В справочнике можно найти все предприятия Крыма по выбранным вами категориям. Больше информации про Крым нет нигде. Крым Онлайн в наших сердцах. Здесь есть даже фонтан. Фонтан называется «Лебедь». Посредине, естественно, лебедь. Посмотрите, с клюва бьет водичка. И прекрасные розовые кушинки. Классненький фонтанчик. А также здесь растет бамбук. Бамбук, тук-тук, пустой бамбук. Мы вместе с вами уже опустились на набережную возле пляжа санатория Дюльбер. Так, что здесь хорошего? Есть туалет, ребята. Туалет на пляже есть, то есть идти вам недалеко. Опять же, есть вот такие скамеечки, чтобы насладиться видом моря вечером, утром. И можно также днем, потому что эти лавочки, они в тени. Пляжные карты небольшие, теневые зоны есть, в теневых зонах стоят лежаки, достаточно зелено. Это пляж для отдыхающих по санаторно-курортным картам. Посмотрите, лежаки, теневые зоны. Но у меня нет санаторно-курортной карты, туда, естественно, я не пойду. Также здесь есть спасатель, вот спасательный пост. Посмотрите, какой у него бинокль. И еще одна пляжная карта. Пляжная карта номер один. Для общего пользования. Но туда, естественно, я спущусь. Только что я стал свидетелем того, что женщина с ребенком, которая приехала сюда погулять по парку и насладиться всей этой красотой, хотела зайти на пляж, который для людей, которые здесь отдыхают в санатории. Ей отказали. На что она стала возмущаться, что как? Мы заплатили деньги, нам сказали, что можно ходить везде, купаться везде. Но, ребята, действительно, если это санаторий с лечением, есть отдельные пляжи, где могут купаться только те, кто отдыхает в санатории. И также, вот как я вам показывал, есть небольшая пляжная карта, где купаются все желающие.
Я сейчас захожу на пляж общего пользования. Посмотрите, здесь теневых зон нет, лежаков нет. А на курортно-санаторном пляже совсем другая история. Там все культурно и красиво. Давайте посмотрим, какая здесь галька. Галька обкатанная, в принципе, среднего размера. А чем ближе к морю, тем мельче. Давайте посмотрим море какое. Ау! Моречко сегодня волшебное, прекрасное. Люди купаются. Но немного мутновата вода. Из санатория Дюльбер мы плавно переместились в Мисхор. И находимся в Мисхорском парке. Но санаторий Дюльбер находится в Каризе. Ребята, эти два поселка, они срослись, они плавно перетекают один в другой. Приехали сюда, чтобы погулять, надышаться воздухом, показать вам всю эту прекрасную красоту. Значит, Мисхорский парк создавался с 1780 по 1783 год. Это действительно шедевр ландшафтного искусства. Ну, просто прекрасно. Здесь очень много деревьев, воздух. Ну, давайте, я уже надоел вам, наверное. Сейчас Ира продолжит красочно про растения, про деревья, природу, да? Территория Мисхорского парка составляет целых 23 гектара. И он находится, как вы сами уже видите, на берегу Черного моря. Но сейчас нас интересует парк. Ну, к морю обязательно выйдем. Территория действительно очень большая, очень зеленая. Гулять здесь прекрасно. Это место, обласканное солнцем, морем. Что-то здесь продают. Ну, наверное, инжир. Да, точно инжир. Инжир продают. 200-250. А свежий 200, вяленый 250. Инжир я обожаю. Только посмотрите, какие же здесь тенистые аллеи. Огромные деревья хвойные и даже подписанные. Так, что это? Это кедр ливанский и кипарисовая аллея. Как же здесь дышится классно. Тень замечательно. Посмотрим, что дальше. Я вижу, зеленые газоны растут. И цветут канны, а какие же кипарисы огромные, высокие, дают приятную тень. А дальше, сейчас вы сами все увидите, как же это красиво смотрится. Это пальмовая аллея с прекрасным подстриженным газоном. Вау, просьба по газонам не ходить, но мы и не собирались просто пройти здесь. Понаслаждаться пальмами. Парк, конечно, классненький. Мне он нравится. Как на всем южном берегу Крыма, здесь растет магнолия. Она, конечно же, отцвела. Пахнет, когда цветет она, волшебно, замечательно. Магнолия крупноцветковая. Здесь также есть пальма. Ротонда, увитая виноградом. Смотрите, создает приятную тень этот виноград. И вот я вижу, здесь находится домик садовника. К сожалению, очень плохо сейчас видно, но я пытаюсь подойти. Здесь калитка, и сейчас посмотрим, как же он там выглядит. Кисюнькин, Кисюнькин. Давайте посмотрим. Нет, к сожалению, здесь, наверное, ничего не будет видно. Возле пальмовой аллеи продают различные варенья, чаи, как всегда, также растения, лаванда благородная. Ну, смотрите, все вот так выглядит. Мы же вместе с вами продолжаем движение, гуляем по Мисхору. И сейчас дойдем до знаменитого пляжа Русалочка. Извините, чуть не споткнулся. В сентябре еще достаточно много людей в Мисхоре отдыхает, потому что здесь лечебные санатории и также различные дома отдыха. К вашим услугам. Пляжи Мисхора, мы до них, как я сказал, дойдем. Также различные экскурсионные бюро, столовые. Но ходить здесь, гулять по вот этим аллеям мисхорским очень приятно, прекрасно, потому что целебный воздух. Действительно, здесь, в этом месте на ЮБК, воздух целебный. Тебе нравится, дорогая? Здесь очень шикарно.
Смотрите, она идет на таком расслабоне, надышалась воздуха целебного, нагулялась. Для любителей сладкого, вы здесь можете купить на аллее различные булочки, чизбургеры. Вот чизбургер 110, очма 95, вот такие вот плетенки, булки огромные, всего лишь по 80 и 100 рублей. Смотрите, домашняя выпечка, пекарня, кондитерская, запомните, как все это выглядит. И также сладости различные, вот сочень 50 рублей. Палочка 75 и различные пончики. Прежде чем зайти на пляж, я расскажу, почему этот пляж называется «Русалочка». А вы любите легенды? Сейчас я вам расскажу вкратце. Смотрите, вот стоит девушка, набирает воду. Ее зовут Арзы. И сверху наблюдает за ней мужчина. Его зовут Али-Баба. Что же случилось? Эту девушку этот плохой дядя похитил и продал в рабство. В рабство за море. И смотрите, она там родила сына или дочь, в общем, ребенка. И не смирилась с тем, что ее похитили, бросилась в воду вместе с ребенком. И на берег она вышла уже здесь русалочкой. Сентябрь месяц. Люди загорают, отдыхают, купаются. Боже. Пляж небольшой, можно сказать, даже маленький тоже. Галька здесь не крупная, обкатанная. Смотрите, серая галька. Ну и морской прибой. Вот. Какие довольные люди. Просто прелесть. И в море стоит русалочка с ребенком на камушке. Сейчас я хочу зайти на пирс. Ой, а отсюда-то вода прозрачная, супер, с берега немножко солнцем засвечивала. А здесь действительно вода очень прозрачная, каждый камушек видно, здорово. И русалочку хорошо здесь видно. Дальше идут водоросли. Интересно. Вау. И вам панорамку на пляж. И какие же виды отсюда шикарные на Крымские горы. Посмотрите. Класс. Горы серые, зелень зеленая, море черно-лазурное. Сегодня мы вам показали прекрасные, великолепные места для вашего отдыха в Крыму, на южном берегу Крыма. Ух, блин, почти в рифму, да? Да. Ребятки, погуляли, подышали воздухом, вы насладились этим видео. На этом мы свое видео, пожалуй, закончим. Но с вами что делаем? Мы не прощаемся, надеюсь, вам понравится. Да. Ставим лайки. Скоро будет следующее путешествие.